Четыре швеи и закройщик. Столько людей нужно, чтобы сшить костюм космонавта, рассказывает директор необычного ателье в Химках. Каждое такое облачение состоит из 80 деталей. После того, как их соберут воедино, костюм готов. Следующий этап – упаковка одежды и рентген, чтобы проверить, нет ли внутри чего лишнего. Снимаем точные мерки и делаем под каждого космонавта свою конструкцию. Для того, чтобы им было удобно, ничего не мешало в космосе, ничего не сковывало их движение. Эти наряды предназначены для космонавтов МКС. Создаются по заказу РКК «Энергия». Впрочем, шьют здесь не только спецкостюмы. Создание повседневной орбитальной одежды мастерам космического ателье тоже вполне по силам. Это трикотажное полотно для футболок и костюмов под скафандр с длинными рукавами. Вот. И вот мы смотрим, это синяя гамма, дальше идет зеленая гамма. Интересная деталь. Уникальное производство сотрудничает не только с космической отраслью. Как выясняется, и на Земле достаточно специалистов, которым необходима продукция предприятия. В том числе на этой компании было отшито много костюмов для медиков, которые работают и выезжают в зону СВО по специальным поручениям. А также, повторюсь, для Красного Креста, который работает непосредственно не только в зонах СВО, но и в Курской области. А еще здесь изготавливают вот такие реабилитационные костюмы для людей, которые пережили инсульты. Практически все компоненты отечественные. Это позволяет компании претендовать на субсидию в рамках проекта по импортозамещению. Как мы видим, данная фирма, ООО «Фирма Андром», полностью подходит под все эти условия, и мы обязательно проинформируем, поддержим для получения субсидий, так как нам очень важно, чтобы предприниматели городского округа Химки чувствовали себя комфортно. Проект «Выбирай свое», в рамках которого представители администрации встретились с трудовым коллективом, действует в России с апреля 2022 года. На субсидию могут претендовать компании, которые используют в своем производстве отечественные материалы, оборудование или же программное обеспечение. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.